О, Денис, а мы в эфире? Так, ну что, пасеки рисуйте, только, пожалуйста, что-то сильное. Вот, концептуально. А вот и наш первый противник. А в этом углу мы видим... Два бойца, полное фуфло, два лоха. Два попуска сосушки. Что за хуйня снизу желтая? Это что, кобра? А, это Лолочка 228 модели? Кто? Сам наплюй. Блядь, да это моя хуйня, да я не успел. Это отвратительно. И противостоять им будет... Лясу. Один из них будет коронован. Они почти равны. А вот это уже противостирание. Бам. Да, стой, отстой, ничего. Против. Эти двое стоят. Да, ну и брат. Да, так и есть. Толпа начал бросать мусор прямо на ринг. А следующим будет... Против. Чё за... Champion of Smells! Наблюдаем за каракулями придирок. Как будто почерк они одного человека. Лека. Битва сногсшибательна. Что за хуйня? Ну дай это я! Нарисовал. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день. И точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. А следующий. Против. Один из них выйдет. The champion of soothing. Тебя записывают уже 2 недели. И чё, чё? Наслаждается этой ненавистью. И это приводит нас к перерыву. Вот ваши очки. Ошибся, да ладно, чел. На ринг выходит 2 новых бойца. Кто же? The champion of Scotchy Carnivals. Кто хочет больше? Это исключительно. Ну, победителем мы объявим после следующего матча. The champion of child entertainers. Тренеры должны принять решение. Асу, асу, асу. Скажи, что правда, москвичу объем двигателя выбрали, исходя из среднего значения покупки пива в литрах. Что за энергичный дуэт?
Да просто, если бы больше было бы лошадей, наверное. Ну, там объем движка. Ну, там при большой скорости там бы швы бы расходились. Поэтому там же все просчитано. Было близко. Ха-ха-ха, я сука. Это титанов. Все сводится к следующему матчу. Вроде как сверху поступил приказ. Прикалываемся в курилке, что от незуменной. Натурально наш прапор сидит в сопсе, пишет твои стримы. Он сам угорает. Но приказ. Мы и над ним смеемся. Здарова, Борис и Чаха. А че он пишет? Типа, блядь, то, что я играю в игру, там с какой-то девкой общаюсь в игровой. Ты че ты, блядь, меня впариваешь, блядь? Командная работа, ребятки. Двигаемся дальше. Один из них будет... The Champion of Sidekicks! Все, осуждаю, блядь. Мы наблюдаем за каракулями призирок. Пахома, помнишь? Вот наш следующий раунд. Так он помер. Подожди, какой Пахом? Так он же давно помер еще. Пахом. Поехали. Который вот этот типа... Они идут по пятам. Еще в этом снимался передачу. Вот это. Майор фиксирует. Там не майор, там прапор сидит. В 3 часа ночи фиксирует происходящее. Да, судья. Да, судья. Пришло время определиться. The champion of wacky next door neighbors. Что тренеры будут делать? Они почти равны. Было близко. Святые чернила. Девочки, что в дискорде? Ничто не может отмыть этих двоих. Вот что бывает, когда... Там, блин, прапор все фиксирует, подписывайте себя. То там байки найдут. А вот и крайние меры. Время принятия решения. Да. Это настоящее столпотворение. Они почти равны. Если выиграть чел, который всех обсекает, это вообще пиздец будет. Два долбоёба, блядь. Они, сука, придурки, блядь. Ладно, ребятки, это был финальный матч. В смысле? Судьи отчитывают итоговые баллы. Здесь и... этот член хуй вы выиграли. У нас победитель. Сперма. Сперма тоже. Не, ну так-то по факту, если, ну, как бы подумать хорошенько, да, сложить все плюсы и минусы, то я выиграл по всем критериям.